решили провести этот вечер с нами. Всех с праздником, с открытым сезоном. Вот Оксана сказала, что я автор-исполнитель, вот во всех ипостасях себя и покажу. Сначала прочитай маленький стишок, потом расскажу, что будет дальше. Стишок называется «Письмо». Как раз субботний такой, уютный. Суббота, утро, чай бодрящий, я пью в прикуску с эскимо. Вдруг слышу, как в почтовый ящик мне почтальон кладет письмо. Беру конверт, вскрываю робко, листок, слов нет, ни одного. Лишь точки слез, помады, скобки, а сколько сказано всего. Теперь спою свою песенку. Ну, раз уж все-таки осень так вроде как будто бы началась, дождь какие-то уже. Вот песенка называется «Дождь». Так, надо же включиться. У тебя все подключено. Или ты отключился? Нет, так, ты отключился? Дождь идет за окном, бесконечными кажутся струи. Но взгляни, тучка в небе мала, и поведай своим. Мы как дети по лужам бежим, а вода все впустую. Лишь мешается с глиной, и стопи не выйти самим. Дождь идет за окном, и потоки его быстротечны. Тучка скоро уйдет, чтоб другие места окропить. А пока встань под ней, пусть вода шалью ляжет на плечи. Или бочку подставь, завтра кто-то попросит попить. Уходя, высыхает стремительно время. Вот упало 7 капель, недели одной нет, как нет. Кость землицы возьми и зарой в нее доброе семя. Теплый дождик польет, через год плод родится на свет. Солнце сквозь тучи, дождь кончится скоро, не так ли? Этот водный поток между прошлым и будущим щель. А пока он идет, постарайся, чтоб каждая капля с неба падая вниз находила достойную цель. Пока он идет, постарайся, чтоб каждая капля с неба падая вниз находила достойную цель.